Всем привет, добро пожаловать на канал. Многие интересуются током потребления вот этой вот радиостанции ESO FT70D. В этом видео мы проведем измерение. Собрал я вот небольшой стенд. Подключим наш аккумулятор от радиостанции. Включим ее. И посмотрим. С включенной подсветкой 120 мА где-то. Подсветка выключилась. Около 110 миллиампер потребляет в режиме приема. Режим энергосбережения выключен сейчас в данный момент на этой радиостанции. Далее. Сейчас выставлена максимальная мощность. Нажимаю на передачу. Видим около 1,5 ампер на максимальной мощности. Выставляю среднюю мощность. Нажимаю на передачу. Около 900 миллиампер потребляет. Нажимаю на передачу при низкой мощности. Ну, около 500 миллиампер. Теперь измерим ток потребления с открытым шумоподавителем. Динамик включится. И посмотрим, какой будет ток потребления. Громкость выставлена 20 единиц, это выше среднего. Открываю шумоподавитель, смотрим на измерение тока. Около 200 мА получается потребляет при включенном динамике и открытом шумоподавителе. И самый интересный момент. Мы сейчас проверим потребление тока этой радиостанции в выключенном режиме. Выключаю радиостанцию. В режиме выключенном радиостанция потребляет 0,5, ну, если округлить, то 0,6 миллиампера. Вот такое вот потребление радиостанции ESO FT70D. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.